Без искусственных компонентов, только чистый белок и жирные кислоты омега-3 в Саранске открыли первый рыбный гастроном сети «Море энд Мо». Она пришла к нам из Нижнего Новгорода, где уже работают 15 магазинов с богатым ассортиментом на любой вкус и кошелек. Глаза разбегаются от изобилия. В нашем ассортименте присутствует вяленая рыба, копченая рыба, икра красная, да, лососевая икра черная и... Еще я хочу сказать, что большим плюсом нашего магазина является отдел кулинарии. В этом отделе будет представлено не менее 20 видов блюд каждый день. То есть меню будет меняться, ассортимент огромен. Это и салаты, то есть именно с рыбой, морепродуктами, это и горячие блюда, это и супы, это и холодные блюда, это и закуски. Здесь вы сможете приобрести рыбу целиком, а также стейки из свежемороженной рыбы и полуфабрикаты, например, сибаса, окуня, дорадо. Данные стейки можете кушать даже, они слабосоленые, со специями, вы тоже можете их запечь в духовке. Хотите что-то еще, можете добавить к своему вкусу, можете также обжарить и на гриле, и на сковородочке. Самые свежайшие, только что сделанные, очень вкусные. Замечательная рыбка на стол к празднику, к Новому году. Так что покупайте, пожалуйста, пробуйте. В свой день открытия рыбный гастроном приготовил для покупателей хороший подарок в виде накопительной бонусной карты, потому еще за 2 часа до официального старта работы у магазина собралась огромная толпа горожан. Но скидки и различные акции – это визитная карточка «Море энд Мо». У нас каждую среду будет проходить скидка минус 5% на весь ассортимент. Ежедневно точно так же у нас будут постоянно происходить скидки на какие-то позиции. Это будет прописано в дальнейшем. Также мы планируем еженедельно проводить дегустационные дни. Это, скорее всего, будет пятница. Час мы определим чуть позже. Символически перерезать ленточку доверили юной покупательнице под громкие аплодисменты толпы. А потом горожанам наконец разрешили изучить ассортимент и продегустировать готовые блюда из рыбы и морепродуктов. «Море энд Мо» работает без выходных с 9 до 21 часа по адресу Саранск, Полежаева, дом 157. Алена Москалева, Артем Руненко. Наши новости.